Ну что, дорогие друзья, сегодня в программе «С утра пораньше» на Русском радио побывали крутые люди. Да, это Михаил Лазарев, а это Марок, а я Илюха Нартов. И они танцуют брейк. Я брейк не танцую, я просто их снимаю. Всегда с улыбкой на лице, вот как весенне-то. Я ведь до сих пор помню, как пахли твои духи. И как потом меня друзья домой вели глухим. Я бормотал твое имя вслух неразборчиво. То и дело спотыкаясь о бордюр обочины. Даже не знаю, что сказать тебе, наверное, здравствуй. Хотя на ум приходят фразы обиднее гораздо. Я столько раз на этот случай подбирал слова. Но горький вкус воспоминаний оказался сладковат. И сразу в голове шестнарик, балкон на девятом. И тот чертов апрель, в котором я встретил тебя там. Рано или поздно зарубцуются раны от лжи. А тебе и с этим жить. Почувствовали себя такими молодыми и крутыми.